Уважаемые дамы и господа, от имени правительства Республики Казахстан рад приветствовать вас на 5-м Международном горно-металлургическом конгрессе Астана Майнинг энд Металлургии. За эти годы Конгресс стал значимой международной площадкой для обсуждения и решения важнейших вопросов в горно-металлургическом комплексе. Дамы и господа, горно-металлургический комплекс имеет, сегодняшний форум имеет особое значение, поскольку в его рамках состоялось очередное заседание Международного организационного комитета. За последние 30 лет объем мировой добычи полезных ископаемых увеличился более чем в 1,5 раза. И в рамках форума будет очередное заседание в 2018 году в Астане. Это 25-е заседание Всемирного горного конгресса. Казахстан приложит все необходимые усилия, чтобы провести Всемирный горный конгресс на должном уровне. Горно-металлургический комплекс Казахстана является одной из ключевых сфер экономики страны, доля которой в общей структуре промышленного производства составляет 18%, и где трудится около 300 тысяч человек. Успешно действует Совет по горно-металлургической отрасли, геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым при президенте Республики Казахстан. На Совет возложены задачи по определению стратегических направлений развития горно-металлургической отрасли, геологии и недропользования по взаимодействию с системообразующими предприятиями. Благодаря реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития горно-металлургической отрасли уже введены в эксплуатацию 50 новых производств. В текущем году планируется запустить еще 7 проектов. Но во втором пятилетке индустриально-инновационной политики и наше государство, правительство утвержден комплексный план по развитию горно-металлургической промышленности до 2018 года. Перед горно-металлургической промышленностью стоят большие задачи. Мы планируем развивать эту отрасль. Уважаемые участники конгресса, желаю вам плодотворной работы и конструктивных дискуссий. Спасибо за внимание.